Ребят, всем привет, с вами Серега Пынтов. Сегодня приехал на очередную локацию. Достаточно большой комплекс, состоящий из 6 блоков. А это значит большая территория, большой бассейн, большая огромная инфраструктура. То есть, соответственно, вам будет чем здесь заняться. Ну и, конечно же, данный комплекс получается практически на завершающей стадии. То есть осталось примерно 5 месяцев для того, чтобы он полностью сдался. Уже ведутся работы, как вы видите, уличные, соответственно, бассейны внутри, бассейны снаружи. Полностью в данном комплексе все есть. Начиная там с бассейна на улице, заканчивая массажными кабинетами, саунами и так далее. Достаточно интересная локация. Это открытый район, район Оба. Поэтому при покупке данной квартиры вы получаете ВНЖ и получает вся ваша семья и также дети несовершеннолетние. Вот. Итак, предлагаю пройти в квартирку 1+1 и сделать небольшой обзор. Она в стадии строительства еще, но в любом случае вам будет понятно, как все это будет обустроено. Ну и, конечно же, сделаем обзор данной квартиры, данных апартаментов. Здесь санузел, душевая кабина и рукомойник, раковина будет. Здесь прихожий шкаф небольшой. Здесь кухонная зона. Вот она, кухонная зона. Да, напомню, это 1+1 квартира. Здесь материал вы не смотрите, потому что еще ведутся работы. Здесь зона отдыха, здесь диванчик, здесь телевизор у вас. И большой выход на балкон, то есть большое окно с выходом. Вот это ваш балкончик. Вот видите зону вашего балкончика. Его можно будет полностью застеклить, если вам нужно. Но здесь прелесть в чем? Что вот вы вышли, и вот ваш бассейн. Вот он. Купались и вернулись. Достаточно большая территория у вас. Когда большая территория, это круто. Детям есть где разгуляться, поиграть. У вас тут и барбекюшница, и мангальная, и шезлонги на бассейне. В общем, есть где, так сказать, заняться и развернуться, там, я не знаю, веселым каким-нибудь классным вечером. Вот, двигаем дальше. Здесь у вас спальная комната. Вот такая спальная комната. У нее также большое окно практически в пол. Высота потолков 3 метра. Это достаточно высоко. Вот. Но вот такая вот квартира. То есть напомню, данная квартира 1+1. Самая низкая цена на данную квартиру 164 тысячи евро. В данном комплексе осталось не так много предложений, но они есть. Соответственно, начиная от 164 тысяч евро, вот эта квартира. Есть также дуплексы, есть 2+1, 3+1. Но, как я уже сказал, не так много, потому что на 70% комплекс раскупили только на стадии фундамента. Вот. Так что, если остались вопросы, обязательно задавайте. С вами был Серега Пынзарь. Всем пока.